Наташа, у нас сегодня 7-й день нашего круиза от Uncruises на MSC Splendida. Скажи свои впечатления, пожалуйста. Я считаю, я тебе скажу, что если ты один раз съездил в круиз, это уже получается круизный наркоман, а от этого уже никуда не деться. Вот мы завтра уже уходим, и у меня реально наворачиваются слезы. Я не хочу отсюда уезжать, потому что это очень круто, это потрясающе. У меня мурашки пошли по телу. В общем, я хочу, чтобы все наши друзья, кто уже вступил в клуб, партнеры, не партнеры, я хочу, чтобы вы это испытали на себе, потому что это самый лучший отдых, который... в котором я была. Это настолько круто. В общем, путешествуйте, развивайте кругозор, потому что это того стоит. И я побежала, меня Вова ждет с еврами, так что я рванула. Спасибо большое. Всех вас ждем в Uncruises и в наше путешествие вместе с нами. Сегодня у нас Пальма де Майорка, прекрасный кафедральный собор, вы видите. Это огромное наслаждение быть здесь, вообще испытывать эти чувства и эмоции. Так что присоединяйтесь к нам, Uncruises. С вами были Юлия Добротворская и Наталья Родионова.